Это типичный забой по добыче асбеста. Здесь работают крестьяне-сезонники из близлежащих сел. Здесь же в карьере работает участок по первичной сортировке. Ну, первое — это отделяется пустая порода, вывозится на отвалы. Второе — высокосортный асбест длинноволокнистый для ручной отборки. И третье — это низкосортный асбест для механической обработки. Вот длинноволокнистый асбест, он здесь вот справа в куче. Вот мальчик, подросток берет куски этого асбеста и несет женщина, вот такая длинная вереница. Они молоточками чуть-чуть распушают этот асбест для того, чтобы можно было его отделить от камня. Вот здесь уже мы видим процесс ручной отборки длинноволокнистого асбеста высшего качества. Вот она, этот, разбила камушек, и волокно отделяет камушек, пустую породу отбрасывает в ящик, а волокно рядом здесь.